Да? Так-то летом мы приехали в Тамбов, разгрузили три вагона мудаков на гражданке. Каждый был крутой пацан, оказалось, стадо ёбаных цыган. 38 больших разгневанных лов, казарми месяц живут без папы удобств. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Долбит 35, все здесь любят по жаре маршировать после плаца. Есть такая благодать — снять ботинки и носками повонять. Казарме будет стоять вонючих ног страх, и даже старый комбат не будет этому рад. На-на-на-на-на-на, на-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 на. На-на-на-на-на, мойся лучше под холодною водой, не стирайся под холодною водой, умывайся под холодною водой. Счастье море, что хоть служим не зимой, на 70 человек душевая одна. Угадайте, какая течет там вода. Автомобильные войска в автопарке. Часто щиплется трава, пьяный прапор. У курсантов берцы прет в этой части. Нам по жизни не везет, здесь не смывают говно и толкан за салют, как пули в желоб толкать. Весь взвод обречен. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на. Наступило уезжать по Америке. Мы не вздумаем скучать офицерам. Ждет родная мать земля, месяц рочки. Лейтенантом стану я, 138 бойцов покинут этот отстой. Нажрутся быстро в говно, в вагоне быстром домой. 12 сложных вопросов теперь позади. Такая вот и петля, и вся жизнь впереди.